Во Франции начались слушания по громкому делу о присвоении нескольких сотен работ Пабло Пикассо. Суд подозревает в краже 75-летнего пенсионера. Пьер Генок много лет работал электриком в трех поместьях художника. Он прекрасно знал семью Пикассо и помогал ему в последние годы жизни. Лео Генок настаивает, что именно за это мастер и подарил ему целую коробку своих работ. Суд на электрика подал сын художника Клод. Он же добился временного ареста всех картин, обнаруженных в гараже пенсионера. Если Генок проиграет дело многочисленным наследникам Пикассо, ему грозят до 5 лет тюремного заключения, а также штраф – почти 400 000 евро. Но это в сотни раз меньше оценочной стоимости спорной коллекции.